На ремонте стиральная машинка LG Anti-Washer, модель WD-8180N. Значит, включается, работает, и через некоторое время выпадает ошибка 0E. Это обычно машинка, ошибка, связанная с выпускным насосом. Значит, я прочистил здесь вот этот клапан, здесь сетку, она в принципе была чистая, прочистил трубку сливную и прочистил насос, и в принципе начал работать. Но снова появилась проблема, не выкачивает. Вроде бы насос работает, но не выкачивает. Ну и значит, это дело, скорее всего, в клапане, шарике, клапане, который стоит перед насосом в резиновой трубке, которая с бака. Добираемся до нее. Для этого опрокидываем стиральную машинку на бок. Ложим на бок. Ну и вот я положил на бок, и сейчас будем смотреть, что у нее в середине. Значит, вот сама помпа, и к помпе идет вот этот шланг от бака. И вот для того, чтобы посмотреть, что с ним, необходимо снять вот этот хомут верхний, вот этот тут раздвоение сюда на трубку идет, снимаем этот хомут и вот этот основной хомут большой, он тут этот разжимной, а этот на гайке. Тут такая, в моем случае здесь такой барашек стоит, можно барашек откручивать, или вот отсюда отвертка. Тут просто неудобно отверткой, но зато удобно барашком. Откручиваем до конца для того, чтобы снять хомут и посмотреть, что-то большая вероятность, что здесь что-то попало и перекрывает ход воде, насос гудит, а вода не выкачивается. Ну, сейчас я раскручу, снял хомут. И посмотрим, что у нас тут есть, какие-то вещи, которые сюда попали. Ну и будем сейчас смотреть. Вроде бы больше ничего такого нет. В принципе, это тоже вещи, но вряд ли они могут, возможно, от них какие-то кусочки попадают в насос и стопорят. Что это такое, честно говоря, не знаю. Но какие-то стопорные кольца. Так, сейчас будем дальше разбираться. Итак, какая ситуация? Вот все это барахло различное я вытащил из вот этого патрубка. Значит, клапан там не стоит, шарик клапаны нет в этой, ну, не предусмотрено в этой машинке. Но вот такой мусор там постоянно валялся, и он мог, особенно вот такая деревянная зубочистка, могла то попадать, то выпадать из крыльчатки. Все чисто, все я просмотрел, и насос, и шланг, и выпускной шланг. Ну и я думаю, что должно помочь и должна работать. Сейчас буду пробовать, помогу ли. Но вот такой мусор я вытащу. Ну и сейчас переворачиваем в нормальное положение стиральную машинку и включаем.